впервые получать звездные категории в российских отелях стали в 1994 году. Сегодня действует новая система классификации гостиниц по западным стандартам. Сейчас Анапа занимает второе место по классифицированию объектов размещения среди муниципальных образований Кубани. На первом месте Олимпийский Сочи. Анапчане активны. Руководители средств размещения проводят классифицирование своих объектов. Это говорит о том, что наши руководители понимают свою миссию. Они хотят максимально обеспечить комфорт и качество предоставляемых услуг и понимает свою ответственность. В условиях конкуренции многие гостиничные комплексы проходят классификацию для повышения своего рейтинга. Для любого туриста лишняя звезда – дополнительный стимул остановиться именно в этом отеле. Звезды предприятия – важный источник информации для потребителя. Когда гостиница классифицирована и имеет официально присвоенные звезды, то и уровень сервиса в ней соответствующий. Такой оценке доверяют туристы. В Анапе есть гостиницы, которые не проходят процедуру классификации и сами присваивают звезды. Например, гостиница «Ной» оценила себя на 3 звезды. Звезды пока не убрали, но прикрыли. Классифицировано может быть любое средство размещения с 5 номерами и более, независимо от формы собственности объекта. Право на оценку имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели. Конечно, если соблюдены требования системы к одной из категорий звезд. Руководителю нужно обратиться в аккредитованную Министерством курортов и туризма Краснодарского края организацию, проводящую процедуру классификации. У нас их в крае несколько, в том числе организация курорт-экспертизы, которая активно работает у нас в Анапе по процедуре классифицирования. Действующая сегодня система классификации гостиниц и других средств размещения – важный шаг для улучшения качества обслуживания в российских гостиницах. Кому необходима помощь в начале процедуры классификации, могут обращаться в управление по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации города и получить консультацию. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Максим Лагоша, Анапа регион.